Всем огромнейший привет! Сегодня хочу показать вам, как я делаю вот такую вот объемную укладку. Ведь накрутить волосы много ума не надо, а вот создать видимость лошадиной гривы на трех волосинах довольно сложно. Сейчас покажу, как это делаю я. Способ создания укладки совсем нельзя назвать безвредным, поэтому первое, что нужно сделать, защитить волосы от температурного воздействия. Я наношу кремовую защиту от Лонда. Капельку на ладошку растираю аккуратненько и распределяю по всей длине волос. Ну а теперь приступаем к созданию объема. Лучшего способа, чем начес, пока еще не придумали, поэтому отделяем по прядкам волосы и начесываем их. Я начинаю с затылочной части, делаю начес на трех прядках поочередно, а потом то же самое проделываю с тремя прядками по правой и по левой стороне от лица соответственно. Как видите, я не делаю классического чистого начеса, все довольно свободно и халтурно. Если у вас предполагается длительное мероприятие и нужно, чтобы объем держался очень долго, то советую каждую прядку обязательно сбрызгивать лаком перед тем, как начесать. А чтобы начес держался вообще как прибитый, каждую прядку я прогреваю плойкой, которую потом буду использовать для создания локонов. А теперь делаем финт ушами. Аккуратно разбираем начес пальчиками. Объем остается, а вот спутанных волос уже нет. Ну и приступаем к созданию мягких локонов. Я использую довольно крупную плойку от Remington. Ее диаметр составляет 32 мм. Она создает очень нежные струящиеся локоны. Как видите, я не разделяю волосы, я просто беру отдельные средние по толщине прядки и поочередно накручиваю их. Уже готовые пряди я откидываю на спину, чтобы они мне не мешали в работе. Постепенно я двигаюсь от затылка к лицу. Все прядки я накручиваю по направлению от лица. Все то же самое проделываем с волосами по другую сторону от лица и получаем что-то примерно вот такое. Теперь вернем объем волосам, немного взобьем их для начала пальчиками, а потом берем обыкновенный сухой шампунь и сбрызгиваем им ближайшие сантиметров 15-20 от корней. Также немного добавляем на длину, и это придаст не только объем волосам, но также добавит им жесткости. А в случае объемной укладки это очень важно. Снова пальчиками взбиваем волосы, распределяя сухой шампунь. Осталось зафиксировать нашу укладку лаком, сделать пару финальных движений, и можно идти покорять этот мир. Большое спасибо за то, что уделили мне время и остались со мной до самого конца. Пусть весь мир будет у ваших ног.